На самом деле хочу сегодня к вам обратиться. Я знаю, что многие будут смотреть нас в интернете на тему, которая касается всех нас и фактически беспокоит. Хвала и поклонение, которое касается каждой общины, каждой церкви, каждого человека. Что такое поклонение, что такое хвала? И эта тема фактически должен был говорить пастор Олен. Я не он, и он не я. Мы пообщались немножко по интернету. Он передает вам всем привет. Буквально мы переписались 10 минут назад. Он сердечный привет вам передает. Смотрите, в этом мире сегодня, если мы заметим, люди превращают сегодня любую вещь для поклонения. Жизнь людей связана с всякими поверием, уверованием, либо какому-то поклонению, чему-то преклонное их сердце. Сегодня мы хотели поговорить о поклонении и сущности его. Иешуа делает заявление самаритянке, говорит такое. Иоанна 4 глава, 22 стих. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся. Ибо спасение от иудеев. Вопрос, мы кланяемся спасением иудеев, или мы знаем, чему мы кланяемся? Вы понимаете, да? Что мы знаем, что спасение приходит от Бога, не то, что спасение от иудеев. Давайте наберем и поплодим иудеев, больше придет спасение. Не в этом. А мы знаем, что Бог имеет завет с народом Божьим, и от Него придет, от народа Божьего, Спаситель и спасение всем людям. Поэтому мы знаем, чему кланяемся. Мы знаем того, кому мы кланяемся и как должно это происходить. Если мы созданы поклоняться, то для этого нам необходимо научиться. Каждый из нас, мы люди верующие, да, и неверующие, мы знаем, что мы созданы для поклонения. Поэтому в этом мире сегодня все направлено к тому, чтобы к чему-то прилеплять свое сердце, к чему-то поклоняться, что-то любить. Другими словами, сегодня стоит задать вопрос очень простой. Не тот, который, что мы умеем поклоняться или не умеем поклоняться. Вопрос, кому и чему мы кланяемся. Поэтому Иешуа говорит, мы знаем, чему мы кланяемся. Мы знаем, что перед нами и кто перед нами. Поэтому мы знаем, а вы не знаете. Вы не знаете, чему вы кланяетесь. Вы не знаете, кто вас спас, кто вас вывел из Египта. Вы не знаете, кто делал чудеса, знамения, кто провел, какие обещания Он вам дал. Поэтому, когда мы говорим о поклонении, нам нужно понимать несколько вещей, что кому и чему мы кланяемся. Конечно, я долго думал, как вообще сделать, ну, как бы сказать, что такое поклонение, как такой вывод. Что такое поклонение? И я надеюсь, я смогу донести вам смысл. И он заключается в простом выражении. Поклонение – это выражаемое чувствами любовь. Выражаемое чувствами любовь. Почему я говорю об этом? Потому что то, что будет, я буду говорить дальше, мы понимаем, что в каждой мессианской общине и в каждом церкви мы говорим «возлюби Господа Бога твоего». Поклонение начинается с любви. Любовь является выражением нашего поклонения. И мы должны любить Бога. Мы должны любить Бога, чтобы Ему поклоняться. Потому что если мы не любим Его, мы Ему и не поклоняемся. Потому что тогда мы не знаем, кому мы кланяемся и чему мы кланяемся. Когда происходит любовь, она двигает нас к тому, чтобы к поклонению. Каждый может сказать, ну нужно Богу служить. Друзья, если мы Его любим, мы будем служить. Если мы Его любим, мы будем читать Писание, мы будем служить, мы будем убирать, мы будем вести домашние группы, мы будем хвалить, мы будем убирать аппаратуру, собирать аппаратуру, мы будем делать все, потому что мы любим Бога, и выражение этой любви происходит через служение.
Но если мы его не любим, что бы нас ни попросили, мы не захотим делать. Мы не захотим служить. Мы найдем себе привычку какую-то или какую-то отмазку. Почему мы не служим? Потому, я вам скажу честно, потому что мы не любим Бога. А если мы не любим Бога, тем более мы не любим людей. Оно взаимосвязано. Как мы, Писание говорит о том, что как ты можешь сказать, что ты любишь ближнего своего, вернее, Бога любишь, если ненавидишь своего ближнего? Как можно любить Бога и ненавидеть ближнего? Бог говорит, невозможно. Суть здесь в том, чтобы возлюбить. Поклонение – это любовь. Выражение моего поклонения выражается в моей любви. Второзаконие 11 глава 1 стих. Итак, люби Господа Бога твоего. Соблюдай, что повелено им соблюдать. Дело, служение. То есть, люби Бога, а потом говорит, а потом делай. Прикол, правда? Если ты не любишь Бога, ты же не делаешь. А здесь говорит, сначала люби Бога, а потом соблюдай. То есть, потом служи. Служи то, тем, чему Он тебе сказал. Приноси десятины, даяния, служения, праздники приходи, и так далее. Исполняй. И из нашей любви происходит поклонение. Выходит. И дальше 22 стих. Ибо если будете, 13 стих, извините. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить. В этом переводе на иврите означает поклоняться. И будете поклоняться Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей. В этом стихе, в этой главе, во Второзаконии, 11 глава, несколько раз говорится о любви к Богу. Ибо если вы будете соблюдать заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепитесь к Нему, то изгонит Господь всех народы сии от лица вашего. Вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит ваша нога, будет ваше. От пустыни Ливана, от реки Евфрата, даже до моря западного будет пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет перед вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорит вам. Он говорит, я вам предлагаю одну вещь. Полюбить меня. Полюбите. Полюбите меня. И когда вы полюбите, тогда вам будет интересно поклоняться, исполнять, служить. И когда это все будет целиком связано именно вот с любовью, тогда знайте, эта любовь откроет вам двери. Мы любим говорить, везде, где ступит нога твоя, будет твоей. Бизнесменам, да, там говорят, везде, какой бизнес ты не возьмешься, будет твоим. Только верь Богу, служи Ему. Служить – это только вторая часть. Возлюби. Первое, что основное, это возлюби Господа Бога твоего. Если хотите, запишите такую фразу себе. Самое грандиозное, что вы можете сделать в вашей жизни? Не миллионы, не миллиарды, не корпорации, не построение церквей, не что-либо другое. Самое большое, грандиозное, что вы можете сделать в своей жизни, так это любить Бога твоего. Самое грандиозное. Почему? Потому что иногда нам кажется, что Бог нас не любит, и при обстоятельствах, которые вокруг нас, мы на Него начинаем наезжать. Потихоньку. Ничего. Иногда мы говорим, а я не буду молиться, не буду, вот и все. А вот кому ты плохо делаешь? Не пойду на собрание. Обиделся на Бога. А вот ты возлюби меня. Не пойду. Кому ты плохо делаешь? И услышьте меня, пожалуйста, поклонение. Это мое понимание. Поклонение – это выражение нашей любви. Даже у Иешуа спросили вопрос, какая заповедь и всех больше? Какая из них всех больше? И он что сказал? Возлюби Господа Бога твоего. Вау! Это то, что должно быть в нашей жизни.
Если эта любовь приходит, а эта любовь приходит, она излилась в наши сердца Духом Святым. Не просто любовь вообще человеческая, как мы говорим, божественная любовь, а любовь к Богу на самом деле, я вам скажу честно, изливается Духом Святым в наши сердца. Во время покаяния, во время нашего обращения, возрождения свыше, любовь Божья изливается в наши сердца не просто к людям, а в любовь к Богу. Вот этот смысл, надо понять его. Поэтому мы его переживаем, мы чувствуем, мы готовы в тот момент делать все для него, что бы он ни сказал. Но проходит время, проходят какие-то моменты, и, знаете, мы начинаем сравнивать себя. Начинаем сравнивать. Мы видим людей, которые действуют, которые выражают свою любовь к Богу. И мы говорим, о, этот человек так сильно любит Бога. Как мы понимаем, откуда мы знаем, что человек сильно любит Бога? А? Он выражает свою любовь. Послушайте, иногда мы теряемся с этим русским словом «выражаем». Вы поймите, прийти в собрание – это выражение любви. Я пришел, но я пришел радостно. Я поднимаю руки к Богу, я поднимаю в радость. То есть я делаю что-то, я даю даяние, десятины, помогаю бедным, нищим, евангелизирую. Это показание моей любви, это то, что внутри меня. Люди говорят, о, это только когда вот мы здесь потанцевали, это выражение любви. Но когда мы смотрим за людьми, мы видим, что этот человек, он так сильно любит Бога, потому что он выражает свою любовь, и мы замечаем. Потому что любой человек на улице, который стоит просто, как ты можешь сказать, что это он любит Бога? Мы скажем, сокровенное сердце только знает Бог. Мы находим эти привычки. Мы такие, знаете, себе, ты не читаешь Библию, а ты что, со мной читаешь ее, не читаешь? Что ты меня судишь? Мы говорим, у тебя нету Божьей любви. Вот, а кто тебе сказал? Если я не выражаю ее вот это, не смеюсь, не хохочу, не падаю, ничего, это самое, что это? Нет у меня любви к Богу? Слушайте, друзья, очень просто. Когда мы встретились с Татьяной, когда я встретил эту прекрасную девушку на собрании среди молодежи, я сказал, вау, у этой девушки великая любовь к Богу, потому что ее любовь к Богу, она выражалась через вот эту, можно сказать, смелость. Конец 80-х годов, там еще только-только начиналась проповедь Евангелия на улицах, она не смотрела ни на что, ходила к этим подросткам, которые там курили, пили, и говорила, а вы Бога знаете? И начинала им проповедовать. Это вот любовь к Богу трансформировала ее, она выражала ее в молитвах ночных, там, ездила молодежью на разные конференции, я говорю, воу, эта девушка имеет любовь к Богу. Как бы мне тоже хотелось бы такую любовь иметь. Потому что я видел эту любовь в действии. И она поклонялась Богу. Вот это, через эту любовь. Я хочу, чтобы вы понимали, почему нас влечет к людям, которые имеют эту любовь. Потому что они выражают. Если они не выражают, нас сразу говорит, этот человек простой человек. Фактически внутри нас есть сильное стремление узнать Бога. Больше того, я вам скажу еще одну вещь. Когда в нашем сердце поселяются идолы, они тянут нас от Бога. Они тянут нас к вещам, которые, суетны для нас. И они удаляют нас от Бога, и мы говорим опять, как бы я хотел вернуться. Как я хотел бы опять, как эти люди просто славят Бога, они поклоняются Ему. Друзья, у вас тоже обновленное сердце, потому что вам, как и другим, Бог дал новое. Он говорит, я творю все новое. Он дал нам это новое сердце, но Писание говорит, смотри, наблюдай за собой, смотри, верили ли ты? То есть, другими словами, посмотри на свое сердце, где любовь, к чему тебя больше тянет. Поехать на заработки больше всего, чем быть на собрании? Или же быть в другом месте, больше, чем на собрании? И мы говорим, как скучно там, там Бога нет. Бог есть, тебя там нет. Твое сердце не там,
Твои идолы, они тебя увели, они далеко тебя тянули. Поэтому для нас очень важно понимать, что любовь к Богу, она возрастающая. Любовь к Богу, она возрастающая. Здесь есть отцы и матеря? Есть. О, как отлично. Вопрос. Да те, кто даже не поднял, вы тоже когда-то держали вашего первого ребенка на руках. Когда вам принесли этот, этот кусочек, замотанный в пеленке, да, это сидячий, да, это прекрасное чудо такое Божье. Вам дали, какие чувства вы пережили? Никакие, вот какие чувства? Любовь, да, любовь, она, появилась любовь к этому ребенку, нет? Или мы говорим, мы сразу так вот, а мое лучшее, да, у меня вопрос, 5 лет, 10, 20 лет спустя, вот тот же ребенок, к нему любовь та же самая, как к тому, который родился, или больше? Конечно же, больше. Вы, может быть, его недолюбливаете, он вам не нравится в каких-то вещах, он изменился, у него стал длинный нос, уши большие, он не похож на того ребенка, который вы видели, когда родился, потому что все родились вот как ангелочки все, да? А уже вырос 20 лет, уши такие, нос такой, губы еще разговаривают. Ты его любишь, но не такой, правда? Но суть-то, любовь возрастает. И отношение к Богу и любовь к Богу, она возрастает. Чем больше мы проводим времени с нашими детьми, чем больше мы общаемся с ними, чем больше мы спрашиваем у них, тем больше любви у нас к ним растет. Уважение, любовь. Чем меньше мы общаемся с детьми, чем меньше мы имеем какие-то контакты, звонки и так далее, чем мы меньше с ними имеем разговоры, мы отдаляемся, охладеем. Не то, что любовь прошла, она холодная. Мы общаемся, мы любим детей, да, но нет вот этой связи. Так же самое и с Богом. Мы люди, правда? И если мы не общаемся с Богом, если у нас есть идолы в нашем сердце, но удаляет нас от Бога, общения не существует, любовь охлаждается. Охладела вас любовь. И Библия говорит простые вещи. Если бы ты был горячий или бы холодный, не говорится, что ты замерз, да? Тебе жарко. Он говорит о том, что твое сердце либо горячее, либо холодное. Так оно тепленькое. Ни туда и ни сюда. Поэтому, говорит, я выплюну тебя. Я выплюну. Почему? Потому что если бы ты холодный был, то я сделаю все, чтобы тебя зажечь, отморозить тебя немножко. Поэтому мы делаем такие вот собрания, выезды, уединения, чтобы мы немножко отморозились. Если ты горячий, гори для Бога до конца. И этот момент очень важен, потому что любовь излилась в наши сердца, что? Духом Святым. Но если она излилась в наши сердца, можем ли мы допустить, что эта же любовь может вытекти из этого сердца? Можем ли мы допустить? Если она излилась в наши сердца, может ли любовь вытекти? Конечно же, может. Огорчение, ненависть, что еще может? Депрессии всевозможные, боли, которые мы переживаем, потому что мы переживаем чаще всего через людей. Дьявол всегда будет использовать других людей, чтобы нанести нам рану, сердечную рану. И в этой ране эта любовь к Богу, она вытекает, и мы начинаем быть сухими, нас ничего не интересует, нам интересуют люди, мы от себя отгораживаемся, говорит, нам хватит, они нас уже научили, держи дистанцию, называется. И мы говорим к верующим ли такие вещи, а когда мы к верующим имеем в виду эти все вещи, мы говорим это к Богу. И к Богу у нас наслаждается сердце, и вытекает любовь, и мы становимся отдаленные от Него. А Бог говорит, чтобы мы приблизились, возлюбить. Поклонение должно быть очень реальным. Любовь Божия, мы говорим, что это проявление, любовь к Богу, это проявление нашей любви. Но также эта любовь имеет выражение. Каждая любовь, она выражается делами, как поступками, словами, действиями. Поэтому я говорю, что поклонение является видимой частью твоей любви к Богу.
твоей любви к Богу. Любовь к Богу должна быть явной и для всех людей, и проявляться должна быть. Должна быть проявлена, то есть проявляться в нашей жизни. Так как мы здороваемся с людьми, как же мы говорим им слова, наша любовь к Богу должна выражаема. И Писание говорит, вы письмо читаемое кем? Ангелами. Всеми людьми. Каким образом? По всему узнает, что вы мои ученики, когда вы будете иметь любовь между собою. Если мы любим друг друга, мы любим и Бога, потому что мы следуем Его правилам любви, поклонения. Многие говорят, что мы такие спокойные. Нам как бы выражать себя не нужно. Ну, как бы я не такой темпераментный, мы не такие танцующие, мы не такие улыбающиеся. То есть скорбная любовь, да? Я люблю Бога. Ну, как бы так по себе, так тихонько, так кисло, спокойно, чтобы никто не видел, чтобы никто не подумал. А то улыбнешься, отлучат от церкви. И еще тогда, да? Вдруг что-то произошло, захлопал, уже все, на отлучке навсегда, до пришествия. Друзья, выражение любви, оно выражается внешне всегда. И я скажу честно, это очень важно. Если мы не экспрессивные, выразительные в нашей семейной жизни, да, то считайте вы при дверях. Что я имею в виду? Если вы сказали своей жене, что я тебя люблю 40 лет назад, если что-то поменяется, я тебе об этом сообщу, знайте, что вы уже при дверях. Это всегда так будет. И любовь в семье, это не просто я сказал да, ты сказала что? Я люблю, еще повтори, одного раза достаточно. Любовь должна быть проявлена, поэтому мы ухаживаем, мы говорим какие-то хорошие слова, мы действуем, мы можем сказать, что наша любовь, она невыразительна. И в семье она отличается, но Писание говорит очень просто. Отношение между Мессией и его общиной, церковью, такая же тайна, как тайна любви между мужем и женой. Правда? Ну хорошо, если это говорит о церкви или общине, то вопрос, какие мои выражения любви в моей семье? Конечно, скажет, пью, значит, люблю. Мне один раз сказал один человек, жену бил. Я говорю, что ты ее бьешь? Написано. Ведь написано. Кого любит, того и наказывает. Я говорю, вот теология. Представляете себе, да? Люди дожились. Но на самом деле, мы единственное творение. Симка побежал к барабанам, я знаю. Мы единственное, слушайте меня внимательно, мы единственное творение, которое можем общаться, как называется, от сердца к сердцу. Ни одно животное не имеет этого чувства любви. Ни одно животное не имеет чувства. Я знаю, что есть любители кошек, собак, коров и так далее. Что некоторые говорят, что кони самые верные, они как бы чувствуют. Они не могут передать любовь. Вы понимаете, да? Они не могут, как человек, от сердца к сердцу передать это чувство любви. Даже берешь, вот у Ромы есть собака там, я беру ее и говорю, вот такая собачка, такая классная, хорошая, но тупая. А она такая... Она хорошая, как бы я не имею никаких претензий, классная, прикольная, да? Но когда иногда с собакой разговариваешь, да, говорит, ну, ты такой, еще пару слов мог таких скажешь, он такой, да. Собаки и звери не имеют чувства любви, только мы имеем. Я больше скажу, ангелы не имеют понимания любви, они суть духи служебные. Мы не служебные духи,
мы сотворены по образу Божьему, по Его подобию. И Он излил в наши сердца это чувство любви, где мы можем говорить эту любовь, передавать эту любовь от сердца к сердцу. И это происходит между мужем и женой. Когда ты приехал, только улыбнулся, и ты передал эту же любовь. Стоит только улыбнуться, сказать хорошее слово, и ты передаешь. Бог есть любовь, и Он хочет, чтобы мы выражали эту любовь. Вы знаете, что есть много мест Писания, которые говорят о том, что поклонение имеет чувство именно выражения приношения дара. Мы когда любим, да, в семье, мы дарим цветы, мы дарим подарки, мы выражаем свою любовь. Поэтому, когда мы приходим в общину, когда мы, нам говорят о десятинах, о даяниях, о том, что мы можем принести, это действие нашей любви. Если мы любим Бога, мы хотим поклониться Ему, то мы приносим даяние, дарование, мы служим, потому что мы любим, мы выражаем эту часть любви. Услышьте меня, пожалуйста. Откройте вместе со мной Бытие 4:25. Написано: «Познал Адам еще Еву, жену свою, она родила сына, нарекли ему имя Сив. Потом, потому что говорила, Бог положил мне другое семя вместо Авеля». Услышьте, Авель это было благословение. Особенно Авель, говорилось, дыхание Божье. И семя нового дыхания Божьего было дано для Евы. И написано дальше, что «И у Сифа также родился сын, и нарек ему имя Инос». И следующая фраза: «Тогда начали призывать имя Господа Бога». А вопрос, а что, до этого не призывали? Но вы заметите, там нигде не было призывали. С этого момента, в другом переводе, что с того времени, когда вот родился Инос, с того момента начали призывать имя. В иврите там начали, что они начали называть идолов такие. Но выражение, там дальше, если будете читать, что именно начали призывать имя Бога, когда призывать на что-то. Я понимаю, что мы можем поменять немножко мышление. Потому что до Иноса фактически Бог задавал вопросы. Где ты? Где брат твой? Что происходит? Бог говорил. Не было такого, чтобы общение было. Было уважение со страхом. Поэтому приносили жертву. Авель принес жертву не потому, что у него было общение с Богом. Он принес из-за уважения и страха, потому что должно было как бы жертву повинности, даже такое сказать. Но здесь они начинают немножко по-другому. Люди начинают просить. Потому что поклонение в себя вкладывает две вещи. Он говорит с нами, мы с ним. Мы слушаем, он слушает. Это взаимное поклонение, когда мы это все делаем вместе. Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего, чтобы каждый, кто поверит в Него, чтобы он имел жизнь вечную. В Иносе Бог начинает именно святое семя, которое приведет Мессию в этот мир и избавление для нас. Поэтому от Иноса начинается это общение и поклонение, чтобы Мессия именно на самом деле пришел. На самом деле мы, когда поклоняемся, когда мы славим Бога, кто из нас ожидает его второго пришествия? Я ожидаю. И поэтому, если мы себя смиряем, если мы двигаемся к тому времени, когда мы увидим лицом к лицу его, мы что-то делаем для этого. Кто-то раньше встречается с ним, кто-то позже. Но суть в том, что у нас будет эта встреча. Мы должны быть готовы. Хотя мы сотворены по образу, подобию Божьему, мы же все-таки и мужчины, и женщины, правда? И мы весьма отличаемся друг от друга. Или не прав? Мы отличаемся друг от друга. Конечно, если сегодня уже прически как бы отличают нас. А кто, может и нет. Но у меня точно будет так отличать. Но на сущности мы очень разные. Мы разные. Мы сотворены, чтобы принять Божью любовь. Мы сотворены, чтобы принимать Божью любовь. И мы также сотворены, чтобы отдавать эту любовь взаимно. Услышьте, мы сотворены, чтобы быть любимыми и чтобы любить. Не только друг друга, как мужчину и женщину, да, вот, которые садятся в браке.
но также относительно и Бога. Мы сотворены, чтобы любить и быть любимыми. Мы излились, чтобы отдать. И эта отдача называется поклонение. Хотя мы разделяемся на мужчин и женщин, мы в сути весьма различны. Вы знаете, женщины похожи на то, что они больше сотворены именно слушать и говорить. Мужчины сделаны по-другому. Они смотрят и делают. Женщины сотворены слушать и говорить, мужчины смотреть и делать. Я вам скажу честно, мужики могут работать там толпой целый день и всего лишь пересказаться двумя-тремя фразами. И уйти лучшими друзьями. И много не надо. Олег Щербаков приехал, привез Жефа только что, да? А однажды мы с Олегом ехали с Киева, и я его вез в Николаев. С Николаева привез, оставил, приехал домой. И первое, что жена спросила, о чем вы говорили? Я сказал, ни о чем. 5 часов езды. 5 часов езды. Мы, мужчины, можем вообще ничего не говорить. Ничего не говорить, а быть лучшими друзьями. Чаще всего получается так. Где-то ты идешь по супермаркет, и тут жена говорит, слушай, мне нужно в туалет. Стоишь, ждешь, она выходит с кем-то и говорит, познакомьтесь, это Ира. Мужики в туалете не знакомятся. Они вот, тише едешь, дальше будешь. Дай нам что-то делать, и мы будем делать тихо, спокойно, чтобы только не спрашивать. Знаете, трудно, мы такие уставшие, приходим домой. Что первое они спрашивают, женщины? О чем говорили? И мы говорим, ни о чем. Абсолютно ни о чем. Ответ очень простой. Наши люди дорогие, жены у нас хорошие, правда? Например, я вам дам один пример. Вадик, ты уже сказал, как бы отпущение пошел, тебя постоянно вызывают. Примерный разговор. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Что нового? Все отлично. Что у вас нового? Ну, по-старому. Что делаете на выходные? Не знаю. А планы на будущее? Тоже. Это 99% нашего общения мужского. Мы можем даже на рыбалку поехать, промолчать всю рыбалку, да, приехать домой и быть лучшими друзьями. И не поймать ни одной рыбы, заехать и купить. Женщины слушают и говорят. Когда для Татьяны она не понимает, что я не могу, я вообще не могу ничего не говорить. И будет все нормально. Для женщин, они же спрашивают 1000 вопросов по одной причине. Для собственной безопасности. Потому что чем больше вопросов задашь, тем меньше тебе будет болеть. Для собственной безопасности. Поэтому хочу сказать вам. Больше, когда ты приходишь домой, она спрашивает тебя, о чем говорили, ты говоришь, ни о чем.
А потом она говорит тебе: слушай. Иначе у мужчин сразу встречают, помните, мы говорили, мужики смотрят и делают. Он говорит, внимательно начинает слушать. Настолько мы сосредоточены в том, что она говорит, вдруг откуда непонятно происходит эхо, и потом говорит: ты меня слышишь? Похоже, да? Теперь говорит: слушай. Мы молчим. А вот теперь скажи что-нибудь. Сначала говорит: слушай, а то говорит: хоть что-нибудь скажи. Но я вам скажу одну вещь. Нас Бог так благословил этими прекрасными женами, что они-то врубаются быстрее, чем мы. Они понимают, что что-то не так, надо быстро обстановку перестроить. И говорят: давай что-то делать. Помните, когда у нас случается, говорят, мы можем что-то смотреть и делать. Он говорит: давай что-то сделаем. Мы так раз включаемся, точно. И сразу предложение. Магазин, огород, погулять. Кино, а он, и ответ чаще всего 90% футбол посмотрим. Почему я говорю об этом? Я вам посмеялись, но на самом деле поклонение, оно разнообразно. И мы отличаемся друг от друга. Женщины, мужчины. Бог последнее время поднимает мужчин для того, чтобы они заняли правильное место в теле Мессии. Как служителя, как священники дома, в собрании, в домашних группах, в служениях. Не просто, чтобы наши женщины, а в наших общинах, церквях, большинство сестер, они же такие, как огонь. Молитва – я. Служить – я. Евангелизировать – я. Да. А на самом деле переходит изменение. Потому Павел говорит: что бы я хотел видеть в ваших собраниях? Хочу видеть мужчин, поднимающих руки к Богу. Руки к Богу. Поклонение – это действие. Нам не нужно стесняться танцевать, славить Бога, быть даятелями, радостно проводить служение. Мы должны поклоняться. А это поклонение происходит тогда, когда мы в Бога сильно влюбляемся. Я эти все примеры привел, небольшие, смешные, чтобы мы поняли, что мы разные. И сестры, и жены, вы не можете требовать от нас, чего мы еще не понимаем. И мы не можем ожидать от них, что они будут совсем другие. Нам нужно воспринимать такими, как они есть, какие мы есть, и вместе, совместно славить Бога. Если один прогонит тысячу, то двое – десятки тысяч. Если один поклоняется, а если двое поклоняются, а если вся община поклоняется, и мы можем изменить этот мир к тому, чтобы люди увидели славу Божью, что Господь, Он обещает быть своим народом, когда мы будем славить, хвалить Его, величать Его имя, и пускай разрушится на этом ретрите всякие препятствия, которые в нашей жизни есть, чтобы мы спокойно могли поднимать наши руки. 1 Тимофея 2:8. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносились молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения.